Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 марта, и я сейчас вынуждена еще один ролик снять на одну и ту же тему, о котором я уже снимала. Я сейчас вкратце вам расскажу. Вот несколько дней назад я снимала видеоролик «Если вытягивается рассада, что делать?». И там я как объяснила, что может быть три пути. Или естественный способ, просто мы пикируем рассаду, или можно добавить подкормки фосфоросодержащие, монофосфат калия или вытяжка из фосфора. Или самый третий, вот такой, ну как, не очень желательный вариант, это воспользоваться ингибиторами, которые замедляют, меняют рост нашей рассады. И этот видеоролик был снят именно для того, чтобы вы выбрали, чтобы вы знали, что есть путь. Один совсем естественный, другой немножко с помощью подкормок, а третий с помощью изменения жизни растений полностью. И я не давала никаких рецептов. Этот видеоролик не был назван использованием монофосфата для укрепления рассады, как будет назван вот этот. Но люди некоторые недопонимают. И вот Людмила Морозова написала: «Мало конкретики. Через сколько дней опрыскивать рассаду? До или после пикировки?» Этого автор не объясняет, она написала. Но я еще раз говорю, это был видеоролик не о применении монофосфата калия. Это был видеоролик о том, что у нас, я объясняла, что у нас есть три пути. Или мы естественным способом доращиваем рассаду, то есть пикируем несколько раз. Я вот второй раз вот эту распикировала, только чтобы не добавлять ничего лишнего. И сейчас специально вот для Людмилы Морозовой я расскажу уже, раз она хочет, о применении монофосфата калия. Хотя я считаю, что в том видеоролике было все ясно и понятно. Я сказала, что я никогда этим не пользуюсь, что это был совет другого зрителя, Евгения Кичаева. И поэтому я даже там сказала, что надо опрыскивать, а он сказал, что лучше поливать. Я ни разу не делала такую подкормку. Но сейчас я вам расскажу. И что самое интересное, вы пишете: мало конкретики, до или после пикировки применять. Так вы сначала, если вы решили использовать этот вот препарат, вы сначала купите его, и здесь все написано. Не надо будет в комментариях у кого-то выведывать какие-то данные. Здесь написано вот: первая подкормка в фазе 2-3 настоящих листьев, а вторая подкормка через 10-15 дней после пикировки. Вы бы сразу все поняли, раз вы решили укрепить свою рассаду монофосфатом калия. Вы действуете строго по инструкции. И тут не нужно у кого-то спрашивать, как он делает. Изначально, попробовав использовать по инструкции, если уж ничего не получается, тогда, я не знаю, надо где-то у опытных спрашивать или что. Но я вам ничего добавить не смогу, потому что я всегда тоже пользуюсь только по инструкции. И хотя вот Евгений Кичаев сказал, что лучше всего полив, но вот здесь написано способ применения, что удобрение используется в растворенном виде для корневых и внекорневых подкормок. То есть все-таки производитель рекомендует, что можно и опрыскивать по листу, можно и поливать под корень. Вы это выбираете сами. Я вот помидоры свои, бывает, что опрыскиваю, ничего страшного я в этом не вижу. Все тут написано. И вы, если захотите, например, укрепить свою рассаду монофосфатом калия, некоторые вот уже написали комментарий, просто используют его в качестве полива. Вот сейчас пересохнет у вас грунт, очередной полив подойдет, разведете по инструкции и польете свою рассаду. Ничего непонятного здесь нет. Еще хочу сказать, что кроме монофосфата калия можно применить другое фосфоросодержащее, это вытяжку из суперфосфата. Опытные огородники часто этим пользуются. Но опять, я сейчас вам не буду давать здесь рецепт. Если вы захотите, вы найдете рецепт этот в интернете. Но его делать, конечно, сложнее. Его суперфосфат замачивают кипятком, потом целые сутки настаивают, помешивают. Потом с этого маточного раствора берут определенное количество миллилитров, разбавляют в воде и тоже в качестве полива используют. Это тоже хороший такой способ укрепить, сделать рассаду более коренастой. Но так, как и в первом видео, я сейчас скажу, что я ни разу не пользовалась вот этими дополнительными какими-то средствами. Я всю свою рассаду только пикировкой исправляю. Вот сейчас я вот эти вот распикировала. Вот смотрите, им и так не требуется. Вот эта
посажены в конце января. Это январские. Вот это вот февральские. Вот это тоже январские, высокорослые. Ой, сейчас покажу в стаканах. Они уже перенесли вторую пикировку. Но они тоже, я не скажу, что они потянуты. У них расстояние между листьями вот такое вот неудлиненное. И если... Ой, сейчас. Если посмотреть общий вид помидорки, она нормальная. Я ее потом еще раз перевалю в более большой стаканчик. Это вот у меня 200-граммовый. И этим я обычно обхожусь. И поэтому я не применяю никаких. И вот под этим же видео еще Ирина Славина написала: все непонятно, нечетко, мне не понравилось. Но если вам что-то непонятно, я не знаю, может быть, вы смотрите, пролистываете через минуту. Я там в том видео, если рассада вытягивается, все четко рассказала. Если у вас тянется рассада, пожалуйста, или пикировка поможет, или подкормка фосфоросодержащими, или ингибиторы. Все. Никаких рецептов там не давала, потому что я не знаю, какой именно способ нужен лично вам. Если вы выберете какой-то способ укрепления рассады, кроме пикировки, пожалуйста, в сети все рецепты. Еще раз повторю, я ни разу никакими ни ингибиторами не укрепляю, ни фосфоросодержащими, ни вытяжками из фосфора. Фосфором пользуюсь только после высадки в грунт. Но вот люди в комментариях говорят, что это очень хороший способ, многие применяют его. Инструкция на пачке. Все, пожалуйста, дерзайте. Кто хочет применять агрохимию вот эту в огороде, она тоже помогает. И это тоже способ, которым можно исправить качество рассады. Будет она у вас коренастенькая. До свидания.